5-й. Весь там в сторону стадиона, я так понял. Уже вниз. Да не, мы прошли. Смотри, вот 5-й дом. Вот. Вот наша хата. Весь там в сторону стадиона. Да весело. Мы по вот это шли, вот это. А это мы не знаем. Не, мы по вот это идем. Вот великая перспектива. Вот, да, 5, вот, вот она. Значит, мы по вот этой желтой идем. Значит, нам выше вот надо идти. Вот. Да, пожалуйста. Или через дворы вот так вот нахуй. Или вот так вот обходить его. Вот от тебя вот там вот, типа. Вот это мы к нему поднимемся, вот так вот и завернем. Значит, или можно вообще идти через дворы, но не знаю, можно ли прийти туда. Там непонятно, блин. Ага, потом мы выходим туда и поднимаемся вверх. Все, я понял. Погнали. Да не надо нам через дверь, пацаны, прийти к этому дому. И заблудиться. 9-й или какой-то? Вот мы по нему идем, вот сейчас будет какая-то улица, что будет вот так вот идти. Сейчас обратно надо. Смотри, реально, вот, идет один, ебать, так нам, походу, реально тут. Да, что в натуре? Ну, я пиздец. Вот, один надо. То есть мы должны туда и туда. Так мы оттуда. Блин, не гоните. Ментуру, блядь. Сразу повяжет. Весело, ё. Там какой-то пустырь. Ну, так, я так понял, нам так. Туда ебать. Ментов, блядь. Возвращаемся. Только и шли сюда, обратно теперь. Нормально. Так и живем. Сейчас обратно пойдем опять. Ну чё, ну блин. Это ж мы. This is the life that you pray for. And now all the lights are blinding you. These are the moments people live for. But your heart is hard to what's surrounding you. This is the life that you pray for. But now all the lights are blinding you. These are the moments people live for. But your heart is hard to what's around you. Ощущение, бля. Пиздец, да? Фуя. Ну что, как настроить? Первая фраза. А что я скажу, бать? Ну, заебись. Какой настрой, бать? Нету никакого настроя. Сейчас будем рвать или нас. Как получится, да? Настрой, нормально. Да. Так и живем. Просто гасим. Сейчас будет весело. Вон, на прижуха растет, конечно. Ну, то есть, точнее, на эстафеты. 4 по 100, тут будет 2 забега. Першому забігу Миколаївська область, Житомирська область, Черкаська область, Кіровоградська область та Чернівецька область.
Стартували учасники. І судячи з усього, тут Черкаська область лідирує зараз у цьому забігу. Кіровоградська, вибачте, область лідирує у цьому забігу. А ні, не Кіровоградська, а Чернівецька область. Чернівецька область попереду. І час 42 секунди. Орієнтовний час фінішу представників Чернівецької області 42 секунди. Дочекаємося фінішних результатів, залишаємося тут, адже зараз буде тут другий забіг в естафеті 4 по 100 метрів у чоловіків, де буде представлена, можна так сказати, експериментальна збірна України.